Гаяськи, ребята, меня зовут Фуллайс, и мы продолжаем играть в Earn to Die. Что ж, ребята, мы находимся уже на последнем этапе, 133-й день, и у нас есть вот такая вот махина. Больше машин дальше нету, это максимальная, но еще нам ее нужно на максимум прокачать и посмотреть, что и как вообще будет она выглядеть, в общем-то. Так, ребята, в этой зоне я еще первый раз нахожусь, я тут еще не был, в прошлой серии я доехал сюда. Но я еще здесь не катался. Как видите, еще у меня не установлен рекорд. И я вам скажу так, что эта трасса, ну, довольно-таки сильная. Ну, скажем так, сильная, сложная. Так, здесь очень много препятствий. И каждый второй зомби здесь это вот этот громила, либо вот этот вот военный зомби. Честно говоря, я не знаю, как мы доедем до конца, потому что обычно в прошлых, ну, в прошлые разы нам не хватало немножечко, ну, скажем так, мощности машины, чтобы доехать до конца, и приходилось покупать новую. Но здесь-то нету новой машины, и я даже не знаю, что и как нам поможет дойти до конца. Хотя, в принципе, смотрите, мы уже на серединке пути. Да, в принципе, полбака мы только потратили, а машина у нас прокачана где-то наполовину. Так, ну что ж, хорошо, хорошо, да пусть так. Воу-воу-воу, там прям три вот этих военных зомби, ребята. 5,8 миллионов мы получили. Круто, хорошо, я устанавливаю максимальный двигатель сразу же. И все, больше я ничего не смогу установить. Ну, начнем, ребята, начнем. Так, отличненько, едем, едем, едем. По идее, мы теперь еще дальше должны доехать. Ну, когда трансмиссию установим, точнее, не трансмиссию, а коробку передач, думаю, мы сможем даже до конца пройти этот уровень. Хотя, может, он специально так сделан, что мы тут бесконечно застряли и бесконечно проходили эти уровни. Хотя, навряд. Так, ребята, давайте нажимаем ускорение немножечко. В принципе, здесь главная задача сейчас нам по-быстренькому денежек заработать как можно большее количество. И уже тогда можно будет проапгрейдить машину и доехать до конца нашего пути. Что ж, ребята, находимся мы, ну, все в той же гористой пустоши. Или как это ее назвать, не знаю. Ну, в общем-то, ехать здесь трудно. Очень много зомби и очень много вот этих всяких различных препятствий. Смотрите, мы, в принципе, ну, доехали, да, дальше, чем в прошлый раз. Так, сколько мы, где-то 6 миллионов, да, получим? Да, 6,3 миллиона, ребята, отлично. Ну, чтобы все-все прокачать, нам здесь, конечно, нужно намного больше денежек. Ну, давайте вот это качнем на максимум. Что нам здесь еще за 8 миллионов нужны? Шипы спереди установить, топовые. Ну и пулемет. Ну, в принципе, на этом как бы все. Как же нам до конца доехать? Интересно. Ну ладно, будем пытаться как можно лучше пройти эту трассу. Так, так, хорошо, ребята. Давайте немножечко ускоримся здесь. Просто очень много здесь этих обломков. Я не знаю, это зомби их здесь выстроили или что, или как. Ну, наверное, зомби здесь их выстроили и мешаются теперь нам. Ну ничего, мы на наш путь продолжаем. Нас ничто не остановит. Ну, по крайней мере, пока у нас есть ускорение и пока у нас есть топливо. Так, ну топливо у нас на максимум, ребята, заполнено, поэтому сейчас мы как включим наш ракетный двигатель, как полетим. Ох, хорошо будет. Ладно, в принципе, уже пора включать. О, да, ребята, о, да, я прям ощущаю эту мощь ракетного залпа. Так, тут вот видите, такая была конструкция, и она нас, к сожалению, остановила. Но мы еще по инерции доедем. Ай, хоть куда-нибудь. Так, 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 сколько мы? 7,7 миллиона получаем. И как бы, ну, вот эту штуку давайте установим. О, да, ребят, смотрите, все, практически максимальная прокачка. Осталось только пулемет установить. И, в принципе, все. Ха-ха, смотрите, это просто перед машиной превратился в какую-то, не знаю, просто... О, знаете, это похоже на горнопроходческий комбайн. В общем, такая специальная машина, которая роет землю там для туннелей, для шахт и такому подобному. Вот эта машина мне ее напоминает, такой вот комбайн горнопроходческий. То есть такой машина-крот, которая роет подземные ходы. Так, ну выглядит классно, но правда я не знаю, как нам доехать до конца. Мы что ли должны как, ну, наибольшим... Ну, скажем так, пройти эту трассу как можно больше, как можно более гладше, чаще или что, тщательнее. Не знаю, не знаю, ребята. Но мы начинаем наш путь. Хотя, в принципе, смотрите, если мы здесь включим ускорение... О, так мы, смотрите, еще дальше теперь сможем пройти. Потому что, видите, вот эта наша такая установка спереди, она нам помогает...
помогла, видите, как далеко проехать. О, смотрите, сколько тут зомбей. Вау, 10 миллионов мы, ребят, получили. Так, ну давайте пулемет устанавливать. Ха, ничего, так патрончики стоят по миллиону практически. Ну все, на максимум же, да, двигатель, все, да, все на максимум. Колеса, все на максимум, ребята. Не знаю, сколько, 24 патрона. Вау, ребята. Я думал, эта пушка будет поменьше. А она так-то массивная на самом-то деле. Ха, неплохо, неплохо. Теперь зомби нам не помеха. Правда, патрончика, ну 24 патрона, это довольно-таки много. Считайте, 24 зомби нам не смогут никаким образом помешать. И вот этот вот участок дороги мы пройдем как можно более эффективненько. Так, ну что ж, мы продолжаем наш путь. Да это просто, это артиллерия какая-то, ребят. Это не пулемет, это реально какая-то артиллерийская установка. Где-то, не знаю, от танка какого-то, что ли. Хм, круто. Ну ладно, мы продолжаем наш путь, ребят. Я не знаю, что... Как мы вообще доедем до конца или нет? Ну, мы доедем, конечно же, за 130 дней, ребят, почти за треть года. Блин, наше путешествие длилось, это, конечно, да, долго. Ну, в принципе, давайте включаем здесь ускорение на всю. Так, так, давай, 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 машинка. Ну вот, мы уже дальше проехали. И еще чуть-чуть, давай. А, ну, нормально, 10 миллиончиков мы получили. Стоп, а может какую-то другую машину? Не, мне кажется, другая машина и близко не проедет. А что это я там... А, нам нужно максимум же прокачать, да? И все, как бы. О, смотрите, мы получили плюс 5 к скорости. То есть плюс 5 к мощности, когда мы все проапгрейдили. Ага, я понял, ребята. Я понял, тогда мы точно сможем доехать сегодня до конца, до самого-самого конца. Надеюсь, это будет вот в этом уже заезде. Хотя, да нет, должны доехать, ребят. Ну, плюс 5% мощности, а нам там пути где-то осталось, ну, процентов 10. В принципе, плюс-минус мы должны добраться вовремя. Так, до тех пор, по крайней мере, пока у нас закончится топливо. Так, всех этих зомбей мы уничтожаем. Так, патрончики у нас закончились, к сожалению. Ну ничего, наш-то спереди вот этот вот циркулярная пила, не знаю даже, как ее называть, комбайн, горнопроходческий, в общем, вот это наши резаки спереди нам помогут. Это, скажем так, наше холодное оружие, и когда заканчиваются патроны боевые, то мы используем его. Так, ребята, ну действительно, мощности у нас прибавилось, смотрите, у меня еще бак полон, а мы вон аж где находимся. Так, давайте прям по головам я еду. О, давай, давай, зомби, ах! Давитесь. Ну, смотрите, практически доехали, ребята. О, да! Есть, ребята, финал! Так, отлично! А что? Так, еще нажать? О, самолет! Неужели мы спасены, ребята? Вот это класс, ребята! Все, фух, мы спаслись от зомби-апокалипсиса, и теперь... Фух, мы переедем, ребята, в какое-то, наверное, более безопасное место. Круто, круто. Все, ребята, улетает самолет. Ну, давайте мы посмотрим концовочку, эпилог такой небольшой. Так, самолет улетает. Надеюсь, нас не собьют, и мы не окажемся в какой-нибудь опять дыре. А, нет, ребята. Похоже, и на самолет пробрались зомби.